Я капитан Америка. Я расскажу о самом ценном для любого солдата или ученика о качестве. О терпении. Порой терпение — это ключ к победе, а порой оно ни к чему не приводит. И кажется, оно того не стоит. И ты думаешь, зачем ждать так долго чего-то столь неважного? Может, хватит? Серж.